Здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами обновим операционную систему Debian 11 Bullseye до актуальной версии Debian 12 Bookworm на сервере умного дома под управлением Home Assistant. И второй задачей будет сохранение его работоспособности без необходимости переустановки. Автор этой инструкции Виталий – один из участников нашего сообщества «Умный дом» с Алекс Квазис. Он опубликовал ссылку в Telegram-группе. Ссылку на нее и другие ресурсы сообщества вы найдете в комментариях под видео. Проверив ее на своем тестовом сервере и получив ожидаемый результат, я решил повторить на своих рабочих серверах, и все прошло успешно. Протестировано на двух Raspberry Pi 4B и Belink Mini S на базе Intel J4125. Искренне выражаю благодарность автору инструкции, а также всем другим участникам сообщества, которые делятся своими наработками. А перед тем, как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, которым интересна тема умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Вот состояние перед началом обновления непосредственно страницы данных о системе в самом Home Assistant. Версия Debian 11 Bullseye, версия докера 24.02. После обновления сравним, что получится в итоге. Обязательно проверьте наличие актуальной резервной копии системы. У меня она делается автоматически при помощи аддона Home Assistant Google Drive Backup. Если вы его не используете, то сделайте вручную. Далее нам понадобится доступ по SSH, я для этого использую программу PuTTY. Ничего сложного сравнительно, например, с установкой Supervised Home Assistant тут не будет. Просто соблюдаем последовательность команд. Я использую оригинальную инструкцию от автора, ничего не меняя. Хотя в каких-то местах ее можно немного оптимизировать. Главное, что она дает нужный результат. Версия установленной системы, как я уже показал ранее, Debian 11. Актуальной является 12-я версия «Книжный червь». Начинаем с стандартного обновления. Сначала списка пакетов. Затем обновляем сами пакеты. Все пакеты в системе обновлены, теперь перезагружаемся. Далее нужно обновить источники. Делаем резервную копию существующего файла. Заходим в него и при помощи комбинации Ctrl-K удаляем построчно его содержимое. Вставляем из инструкции пути к новым источникам уже для новой версии. Ctrl-X для сохранения. Теперь обновляемся уже по новым источникам. В моем случае могут быть обновлены 490 пакетов. Обновляем без удаления. Для выхода из описания изменений нажимаем клавишу Q. Указываем часовой пояс. Теперь окончательное обновление системы. Процесс займет около 15 минут. Когда будут открываться списки изменений, для выхода нажимаем Q. Запрос обновления службы libc6. Соглашаемся. При запросе изменения конфигурации пакетов оставляем без изменений, клавиша N.
На этом этапе предлагается проверить на наличие ошибок. У меня во всех случаях их не было. Перезагружаемся. Теперь проверяем, что у нас получилось. Версия Debian 12 Bookworm. Первая задача выполнена. Осталась вторая задача – корректная работа Home Assistant. На этом этапе он будет отображать проблему неподдерживаемой системы. Она связана с необходимостью переустановки стандартных, нужных для работы Home Assistant пакетов. Исправить ее легко, просто установив их повторно. Возвращаемся в консоль. И устанавливаем весь стандартный для Home Assistant набор пакетов. Часть из них уже установлена, это нормально. Финальная перезагрузка. Дожидаемся полной загрузки системы и проверяем. Ни одного предупреждения или проблемы нет, система полностью поддерживается. Версия Debian 12 Bookworm. Докер обновился до версии 24.05. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимые ссылки на инструкцию и обзоры, упомянутые соответствующие этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в Facebook и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!